Теремок ТВ. Старые развалины, потайные туннели и солдаты Сигмы. Вот что такое настоящее приключение. Оказывается, не мы одни знали про архейскую силу. И не мы одни защищали ее. Поверь, ты способен свой страх преодолеть. Стань смелым и сильным, что в жизни все суметь. Сделай шаг, не робей, не сбивайся с пути. Мы должны поскорей землю нашу спасти. Сделай шаг вперед. Металлионы. Отвечая на вызов. Я много работал, но он наконец-то готов. Перед вами аккумулятор будущего. Ха, ну пока что пару пустяков. Ты забыла? Не говори это в компании Илона. Ой, ха-ха-ха. Поздно, ребята. Я вас услышал. Отлично. Похоже, я сумею отличиться перед боссом. Малый размер, большая мощность. Мне нравится. Может, премию получим? Ну что ж, давайте запустим. Не надо. Аккумулятор к такому пока не готов, Илон. Так и должно быть. Фух, может, лучше выключить? Не хочу опять спалить себе брови. Это было ужасно. Я напоминала инопланетянку. Простите, ребята. Я же говорил. В чем дело? Какие-то затруднения? Вот именно, железяка, оставь нас в покое. Пожалуйста. Что тебе нужно? Мы ничего не сделали! Тихо! Мы хотим осмотреть территорию. Возможно, здесь есть неисправная электроника. Ну да, вы просто хотите украсть наш аккумулятор. Уходите! Ха! Сигма фактически владеет городом Нова. Лучше не связывайтесь с нами, ясно? Я ему задам! Не надо! А? Лео, ну уже! Надо помочь! Терпение, Ария. Мы не можем себя разоблачить. Они убегут. Они хорошо знают местность. Послушайте, разве Сигма недостаточно богат? Ха, хватит болтать. Дети не должны играть с огнем. Ладно, а с фейерверком? У меня для вас подарок. Таймер яйцо? Серьезно? Ну ты и шутник. Думаешь? Мое зрение! Серьезно? У меня же нет очков! Вам это с рук не сойдет! А? Я тебя слышу! Ребята, не ушиблись! Нет. Лейтенант, есть источник энергии! Понял! О, нет! Они идут к аккумулятору! Стой! Илон! А вот теперь пора. Вперед, Ария. Делай, как я. Ура! Лев, ты мой спаситель! Но друзья считают тебя домашним роботом! Я промолчу, но учти, уборки не будет. Получи! На! Хороший котик! О, привет, ребята! Здорово, да? Моя новая программа для домашних роботов идеальна! Бе! Класс! Здорово!
Это еще не конец! Сигма вернется! Мы будем ждать! Я имею в виду не конкретно себя, а кого-нибудь другого! Возвращаемся в штаб! Какой отличный робот! Похоже, один из лучших! А взгляд, он как будто разумный! А? Я что-то сказал? Возможно, все дело в запахе изо рта. Какая славная овечка. Кира, не трогай! Вдруг разозлишь. Мы не знаем, какую программу добавил Илон. Будь осторожна, большие роботы не шутка. Не беспокойся, Илон и мухи не обидит. Все в порядке. Любопытно, камень реагирует на аккумулятор. Сэр, мы нашли источник питания, но он исчез. Олух, на костюмах имеются камеры. Это всего лишь аккумулятор, а не камень. Зачем он тебе? Миссия выполняется. У аккумулятора необычная сила. Живые организмы непредсказуемы, поэтому людям нельзя доверять такую мощь. Ха, непредсказуемы? Разведчики зафиксировали вспышку энергии. Отряд уже вылетел. Неужели? Хорошо. Ты исключение, Леонард. Не разочаруй меня. Что ж, постараюсь. Ух ты! Ого! Класс! Похоже, перуанцы изобрели уличное искусство. В чем дело, а? Я покажу, посмотри. Видишь, линии Наски созданы местными жителями более 2000 лет назад. Но до середины 20 века о них никто не вспоминал. Да, прямо как выступление Киры на прошлогоднем шоу талантов. Мы подлетаем к городу-оазису Уакачина. Уровень воды стабилен, но в городе нет бензина или электростанций для машин. Электричества хватает только для зданий. Идеальное время и место для рекламы нашего нового аккумулятора. Сюда приезжают туристы, а туристам нужно заряжать электромобили, которых становится все больше. И не только электромобили. Нет, они могут подключать игровые приставки, игровые автоматы и даже фургоны с едой. Мы уже в пути. Встретимся около геоглифов. Конец связи. Настоящий оазис. Поверьте, мы опробовали все, что смогли. Но пока источники корпорации Сигма самые лучшие. Они это знают и не оставляют нас в покое. Я согласен на что угодно. Почему бы вам не опробовать наш новый экологичный аккумулятор? Уверяю, он намного чище и мощнее источников Сигмы. Не сомневаюсь. Идея и впрямь отличная. Но все остальные привыкли к тому, что уже имеют. У нас тут не Лима, мы живем скромно. У людей полно других забот. Разве озеро не загрязнено? С нашими аккумуляторами такое исключено. Не забывайте, мы не отравляем окружающую среду. Парень прав. И не беспокойтесь насчет перемен, мы все уладим. Угу. Это правда. Мы внедрили свои изобретения в Нью-Йорке. Они способствуют развитию туризма. Вы умеете убеждать. Ну хорошо, давайте посмотрим. Да, конечно, покажите. Ну же. Сигма с радостью вновь докажет свое превосходство. Готовьтесь проиграть. У меня идея. Давайте проверим аккумуляторы. Если вы победите, мы выберем ваши источники. А если проиграете, то их. Мы очистим главную дорогу вокруг оазиса ради вашей безопасности. Согласны? Я только за! Вперед! Да! А? Элон, мы около геоглифов Наски. Я подтверждаю мощный уровень энергии неподалеку. Езжай сюда! Это не все. Сюда уже прибыли ребята из Сигмы! Ладно, держитесь, я скоро!
Схожу осмотреть маршрут. Мы победим! А? Илон, подожди! Неа, постой. Ты останешься с нами. Поможешь. Ой, какая ты сильная. Пока! Не верится, что здесь есть камень. Понятно, почему здесь ребята из Сигмы. Какой же ты медлительный! Решил подвести! О, Таурус! Да ты, приступай! Что это значит? Столько камней и все в отдаленных местах. Лео, ну что, уже пора? Нет, Ари, терпение. Прошу, не торопись, как тогда в Окло. В тот раз нам повезло. Это редко бывает. Давай, давай, давай! Я не могу больше ждать! Говори потише. Нас не должны заметить. Илон и Таурус уже близко. Мои прекрасные панели покрылись песком! О, привет, ребята! А-а-а. Решила вздремнуть? Таурус, брось эти шутки! А? Шш, прячьтесь! В следующей серии. Я не экстрасенс, но способен предвидеть битву. Ой, какие сильные! Нам нужна рука помощи, ну или клешня. В следующей серии на хвосте. Паника в Окло. Где ты? В пещерах так скучно. Прости, Ария. Я сейчас. Ого, да тут целый лабиринт. Лучше бы купил карту вместо жвачки. Ой, кто здесь? Назад! Я не шучу. Я сильный. Нет, прошу вас, я дам вам все, что хотите. Только не трогайте меня. Стой, осторожно, стена. Привет, похоже, тебя легко сбить с пути. Ну, видишь ли, я впервые нахожусь в... Минуточку. А где это мы? На развалинах старой деревни. Скажи, ты можешь отвезти меня к шахте? Конечно, если дашь мне свой фонарик. Он такой красивый, хотя маме вряд ли понравится. Она говорит, пора перестать собирать безделушки. Вот, может, цветочек развеселит? Послушай, этот фонарик не безделушка. Я сам его собрал, и он твой, если ты мне поможешь. Ладно. Он особенный. Конечно, обычные лампочки дешевле, но их нужно менять. А наши нано-фонарики работают, пока светит солнце. Так мило. Я не знаю, что такое нано, но шахта вон там. Ух ты! Ого! Я на месте, спасибо! Смотри, не заблудись, а у меня полно других дел. Лео! Ария! Вы здесь? Чудовище! Ты что, испугался? Ох, я тебя задам! Почему сегодня все надо мной смеются? Прости, не смогла удержаться. Видел бы ты свое лицо. Стой! Ну все, приступим. Илон, опробуем твой камень. Наша система восприняла природную радиацию за источник энергии. Возможно, здесь ничего нет, но энергия осталась. Вот
Вот бы отыскать еще одного металлиона. А? Так странно. Ух ты, кто-то добывал энергию десятилетиями. Тут почти пусто. Уходим! Что происходит? Не знаю, но дело плохо. Осторожно! Не трясите! Нужно доставить в сохранности! Хуже Сигмы нет! Давайте им помешаем! Рано. Сначала разработаем план. Что ж, Ария такая прыткая! Да. И если честно, даже слишком. Ария, постой! Стоять! Хоть у Стоунхенджа, хоть у Окла, я все равно вам помешаю! Почему эти странные роботы преследуют нас? Задержать! Включить костюмы! Уже окружили? Прекрасно! Ой, Лео! Мне сейчас помощь не помешает. Даже сильнейший воин сражается лучше в команде. Я покажу тебе очень эффективные приемы. Лео, у меня тоже есть хорошие приемчики. Просто я заржавела. Стойте! Вы вообще понимаете, что делаете с нашей планетой? Понимаете, как вредите природе? Послушай, у нас есть разрешение, и мы хорошо платим правительству. Теперь ступай! Илон, хватит, Сигма. Ты за это ответишь. Давай! Молодец, ты им задал! Классный бой! Ура! Поверь, Илон, у костюмчиков не было ни шанса. Похоже, его друзья не такие уж слабаки. А? Еще костюмы? Ладно, справимся со всеми, да? Придется сменить тактику боя. Бежим! Трусы! Надо дать им отпор! Да, отличная мысль. Ой-ой, опять окружены. Сигма всегда побеждает. Перестаньте, вы тоже далеко не идеал. И оставили нам удобные проходы. Тихо, не разговаривай с вооруженными роботами. Медлить нельзя. Ария, отвлеки их, а мы уничтожим установку. Лео, думаешь, они не слышат? А? Неужели землетрясение? Это бык? Робот? Разрушить! Это Таурус? Не может быть. Лео, Ария, это вы? Давно не виделись, сон затянулся. Таурус,
Проснись, здоровяк! Класс! Какая у него суперсила? Лед? Таурус, помоги нам, пожалуйста. Эти люди работают на компанию Сигмы. Что? Сигмы? Ах, вы негодники! Для таких, как вы, у меня есть пара рабов! Никогда не дам в обиду ни друзей, ни землю! О, нет! Бежим! Помогите! Помогите! Наконец-то мы вместе. Приятно вернуться в строй. Мой сон внизу стал слишком беспокойным. Происходило что-то не то. Новый член отряда? Вот здорово! Дружище, Сигма добывает энергию вместе нашей посадки. Он стал сильнее. Правда? Я думал, мы помогли Теодору нарушить его планы. Не беспокойтесь, мы не позволим ему отыскать камни. Его мощь непременно нам пригодится. И не говори, он только что во сне все костюмчики разогнал. Лео, ответь, кто этот мальчишка, друг или враг? Меня зовут Илон О'Коннор, я внук Теодора. О, и еще я гений. Вот хвостун. Вы подвели Сигму. Чем оправдаетесь? Директор, вот видеожурнал. Они слишком назойливы. Ха. Третий металлион. Ха. Сосредоточимся на слабом звене.